Всем доброе утро! Смотрите, мое утро начинается вот так. Вчера купили... Опять забыл, как она называется. Да что ж такое-то? Никак я не могу запомнить. Я знаю, как она называется, но постоянно это слово забываю. В комментариях напишите, забыла я. Ее поливать нельзя, и она от листочка. Вот, давно мечтала, ну, как недавно, а в какой-то момент я поняла, что я очень хочу, но я хочу еще голубую. Вот не синяя, или синяя, или голубая, и, наверное, еще белую. Купила, кстати, за 150 рублей вчера вот ее, и еще мне дали денежное дерево, тут листочек, он как будто корнями прилип туда, но я не помню. Он, может быть, как раз и сажается от листочка, а потом веточка получается как-то. Вот. Ну и, конечно же, мои... Кстати, вот тут листочек новый вылез. Мои гибискусы. Вот. Ну, там на балконе у меня еще все завалено. Я только частями разбираю. Вот здесь у меня тоже все вот так в коробках. Стенку мы заказали. Ура! Заказали. Она будет скоро-скоро, через месяц. Вот, приехало только кресло. И все вот так вот. Вот. Все стараюсь разгребсти. Но не в этом суть. Мы с вами вот так идем. И сейчас только, знаете, в коридоре я вот тут стою и понимаю, что оттуда у меня в лицо прям жар. Идет прям оттуда в лицо жар. В квартире жарко невозможно. А здесь у меня открыт балкон, и отсюда холод. Хорошо, когда на две стороны у вас. И когда, допустим, тут нету солнышка, тут тенек, тут всегда прохладно, можно проветрить. А вот это вот как раз сторона... Привет, Дим. Вот, а так как раз сторона, получается, солнечная, там палящее солнце, там очень-очень жарко. Я открыла, чтобы немножечко было потеплее, а в итоге стало очень жарко. И мы ходим в майках, в трусах с Димой. Дима вот у нас только проснулся, я его не вынимаю. Сначала делаю кофе, умываюсь, там все такое, а потом иду его вынимать, чтобы не успеть. Да? А он тут вот... Выкрутас всякие делает в этой кроватке. Димочка у нас еще только переезжает с этой кроватки на эту. На эту несколько раз днем только спал, да? Обсикался там. Подушка теперь сохнет на солнышке. Просыхает, да? На подушку лег и там обсикался. Я ему положила под эту простыночку. Вот у нас такое вот утро. Вот так у нас утро начинается. Кому если было интересно, да? Да? Козявка. Да. Угу. Ну, ты ее сломаешь. Ты же не хочешь. А он не хочет переезжать с этой кроватки на ту. Нет, не хочу, нет, и все. Ребенку летом 4 года, в середине лета. А мы все спим. Да что ты? Да что ты? О, жарко, не могу. Но нормально, не сильно мучаюсь. Вчера, кстати, гуляла я, сидела, Дима с мамой с моей гулял в том дворе детском, а я сидела на лавочке под сиренью. Вышел, шли два мужчины домой, ну, с разных сторон, видимо, живут в одном доме. И потом они остановились, курили и разговаривали. Ну, и я рядом сидела, все слышала. И один другому говорит: о, жара, не могу, дома так жарко, открыл окно, жарко. А попил воды, не помогает. Попил компот, не помогает. Попил квас, не помогает. Все равно жарко. А я еще такая сижу про себя думаю, о чем говорят мужчины, интересно. Потом другой стал говорить: а я вот машину поменял, там машина плохая была. Вот теперь на новой езжу, а там ладовская. Такая компактная, маленькая ладовская. Он говорит, она дребезжит, конечно, вся постоянно. Это вроде новое, видно, что новое. Но дребезжит там все. Но я ездил, ладно, что. Ну, понятно, о чем мужчины говорят. Интересно было послушать этим. Ох ты, как. И так, и сяк, Тима. И этак, и бэтак, и... Итак. А смотри, как умею. Да, я вижу, как ты умеешь. Раскладываю тут свои фрукты. Димочки, они у нас всегда лежат на подоконнике, в такой тарелочке. А, лежат бананы. Ну, вот эти вот бананы что-то у нас они... А, ну вот. Вот так они обычно лежат у нас. Вот, то есть Дима... А, я уже рассказывала. Вот, сейчас мама вчера принесла. Я думала, это апельсин. Вот они лежат вот так.
Вот 100% я была уверена, что это апельсины. Ну зачем так много? Мы так много их не едим. Достаю, смотрю на попку. Она такая, а ну тут что, поняла? Такая, как в коробочке. Такое, я люблю такие мандарины. А это мандарин, представляете? Огромный какой, по сравнению с этим, с бананом. С яблоком, вот тут, допустим, яблоко лежит. А, смотрите, с яблоком, обалдеть вообще. Вот это мандарин, уже считает май, ролик пока выйдет, это будет июнь, а мандарины все продают. Что-то мне казалось, что их летом не продают, или они дорогие, что ли, что-то не помню уже. Здесь хлебушек, мука, надо ее убрать. Светло такая, светло-сиреневая, светло-светло-светло-белая. Ох, какие запахи. Там он, каштан, да, каштан? Каштан, да. Белым цветет, он еще, кстати, умеет красненьким цвести. Все зеленое, все цветет. У нас на улице 35 градусов жары, хотя я ощущаю 28. Но я жила в стране, где у нас было 40 градусов летом. Поэтому я не чувствую ничего особенного. Прям жара, ароматы стоят. Сегодня ароматы все хочу записать на камеру. Раскачивается? Ну, скажи, я очень сильный. Сильный. Песок опять. Ой. Где там он? А вот каштан. Каштан, что ли? Вообще не вижу солнца. Светит. Вот это. А вот каштан. Красивый. Красивый, прекрасивый. Цветет. Очень красивый каштан. А пахнет как ароматно. А птицы как поют. Обалденно. Кстати, территория садика, смотрите, какая она зеленая. Одуванчики красивые. Все прям красиво. А наш садик, вообще ничего этого нет. Домики там какие-то построены. Чуть-чуть этих всяких песочниц, там что-то то, и все вообще некрасиво, какая-то вся выгоревшая. А тут смотрите, как классно. Садики. Красивые, прям класс. Опа! Туда. Давай еще раз. Давай сам, Дим, теперь. Ты же взрослый? Взрослый. Вот, видишь, какой уже взрослый стал ребенок. Давай, вот. Нет, туда лучше встань, а то он прям носом клюет. Не знаю, маленький был, по-другому был как-то. Какие? Опа! Опять? Ну, мало. Да это можно бесконечно. Далеко только идти, да, Дим, тебе? Ух ты, прям как динозавр. Как динозавр прям. Ой, что такое было? Опа. Это что такое было, Дим? Да кто пухнул? Это не то, что ты подумала. Ты пухнул? Пухнул. Да это ладно. Это не то, что ты подумала. А что это еще может быть? Это мои шорты так тут. Дима, шорты. Сейчас ты упадешь и головой ударишься. Пойдем на тренажер. Ты скользнешься сейчас? Ой. На тренажер. Мальчик. Вот мы зимой на них катались. Помните? Сейчас на них еще покатали. А, у них там бассейн. Что ли? Ты куда пошел-то? Ты на ту горку, а тут... А я тебя тут жду. Лови! Оба! А то нос. Какие-то горки странные стали. Ну, не знаю, что-то нос прям клюет. Не поймаешь, он носом ударится. Жара, ой. И ветер сильный. Туда, туда, пойдем туда.
Дошли таки мы с вами, смотрите, до этого крана. Вон он, этот кран. Его кончик виден у нас. Но при этом они что-то строят, что-то делают, но при этом там ничего не вырастает. Ничего не появляется. Там пусто. А вон там, кстати, это в заборе щель. Надо туда заглянуть, что они делают там. Что они там делают-то? Здание разобрали уже год как. Там было здание, была пятерка. Ну не очень. Тесная такая. Ну вот кончик его у нас видно из окна. Через дом-то. Он двигается там, мы его видим. Ну, подержи за руку, я взгляну сейчас. Ну, идемте. Вместе-то. Ну, конечно. А что я иду, по-твоему? Что я сюда иду, по-твоему? Что там? Фундамент там. Фундамент? Ну, подожди. Ну, надо засниму. Ну, сама подойди, один подержи. Фундамент там. Тройка там. А, теперь понятно. Что они там строят? Там будет большой дом. Тут, смотрите, сирень белая. Красивая какая. Белая. Все цветет. 15 мая. Все цветет. Все. Красота. И только.